Привет, дорогие друзья! Вы на канале «Культура и вино», и с вами я, Лисан Садыкова. Сегодня я приехала в Сарла, это город, который находится в 2.5 часах езды от Бордо. И не просто так, а сегодня здесь проводится фестиваль трюфеля, на который я вас сегодня и приглашаю. Кто знает, может быть, в следующем году и вы сами приедете в Бордо в январе, специально для того, чтобы прогуляться по Сарла и попробовать здесь и фуагра, и трюфели, ведь это родина черного перегорского трюфеля. Горячая фуагра. Я сейчас в центре Сарла, прямо рядом с самой основной церковью. И за мной оборудованное специальное пространство, где собаки, которых обучали для того, чтобы они с легкостью находили трюфели, они показывают всем желающим, как они это делают. Ну, конечно, потрясающе. Буквально немного понюхав почву, они знают, где прячется таинственный трюфель из перегора. Друзья, а вы знали, что трюфели можно выращивать прямо у себя дома, в своем саду? Здесь со мной находится стенд питомника, который продает деревья, и у них в корнях уже есть споры трюфелей. А также, чтобы серьезно заниматься и получить результат гарантированный, нужно постоянно удобрять эти почвы, и там у них есть пакет, в котором есть уже трюфельные споры. Так что это будет гарантированный успех, но надо, чтобы почвы обязательно подходили. Не все почвы годятся для того, чтобы выращивать трюфели. Известняковые годятся, а в моем саду гравийные, ведь это же песок Люньян. Поэтому мне не посоветовали покупать дубочки, чтобы я выращивала трюфель у себя в саду. Жаль. Друзья, конечно, Сарла – это очаровательное место. Славится оно своей фуагрой, а также своим трюфелем. Но не только. Город очаровательный. Здесь вы оказываетесь в Средневековье, и атмосфера не сильно изменилась. Сам город зародился в X веке нашей эры. А я вас сейчас приглашаю прогуляться по очаровательным улочкам Сарла. Thank you.
Дорогие друзья, я надеюсь, вам было интересно гулять со мной по Сарла. Это уникальный, очаровательный средневековый городок, где очень приятно оказаться весной, летом, осенью, да когда угодно. Вот я приехала в январе, а здесь трюфельный фестиваль, и это тоже классно. Я надеюсь, что я смогу показать вам его лично. Приезжайте в Бордо, обращайтесь ко мне, я буду очень рада показать вам самые лучшие места Новой Аквитании. До скорых встреч, друзья!